Гонки по бездорожью – это отличный способ получить заряд адреналина, проверить свое водительское мастерство и бросить вызов самым сложным трассам. Но что делать, если принять участие в реальных заездах мешает отсутствие автомобиля, погодные условия, да и вообще банальная лень? Решение проблемы очевидно – установить гонки по бездорожью на свой ПК и побеждать виртуальных соперников. Ну а в выборе лучших гонок вам поможет моя подборочка, поэтому не стесняемся прожать на лайк, а заодно и на подписку. Dirt Rally 2 – очень динамичная гоночная игра, где ты будешь прокладывать себе путь к вершине карьерной лестницы любыми доступными способами. Здесь речь идет о мощных, габаритных, высокоскоростных представителях автомобильного мира, которых ты сможешь взять под свой полный контроль. Если ты смелый и можешь устоять перед любыми, даже самыми сложными преградами, тогда эта гонка точно для тебя. Из особенностей можно отметить полный доступ к 50 уникальных автомобилей, каждый из которых готов донести тебя на безумной скорости к поставленной цели. Каждый автомобиль готов порадовать своего владельца не только великолепными внешними данными, но и отменными техническими характеристиками. Также игра представит тебе возможность покорить огромное количество локаций, которые оснащены крутыми гоночными трассами. Здесь ты можешь стать полноценной частью реалистичного мира, который подготовил для тебя немало интересных, но в то же время сложных и опасных испытаний. Главными товарищами для тебя на протяжении всей игры станет внимательность и сосредоточенность, ведь именно они помогут тебе пробить себе путь к успеху. Pure Rock Crawling – крутая приключенческая игра, связанная с преодолением различного рода препятствий, где тебе предстоит взяться за управление огромным, полным мощности внедорожником. Данная игра представляет из себя некое испытание, где ты будешь проявлять все свои таланты, чтобы выпутаться из той или иной ситуации, возникшей на твоем пути к финишной линии. Для начала ты сможешь самостоятельно создать свое транспортное средство, подобрав к нему идеальную подвеску и огромные шины с шипами, которые смогут удержать его на плаву. Главной задачей в данной игре является именно правильное конструирование автомобиля так, чтобы он затем смог пройти через скалы и горы, проемы и выступы, высокие кочки и огромные впадины. Локации будут иметь самые разные, разнообразные испытания для тебя, поэтому ты должен быть готов к самым неожиданным поворотам. Действия принесут тебя на безжизненную пустыню, непроходимые леса и даже самые высокие обрывистые горы. После того, как машина будет собрана, отправляйся в увлекательное, но очень опасное приключение, где ты сможешь испытать свою внимательность, выносливость, отвагу перед преградами. SnowRunner – игровой проект, разработанный в жанре симулятора вождения, где ты отправляешься в максимально опасный мир и будешь бороться за жизнь главного героя в самых экстремальных условиях. Приключения обещают быть максимально динамичным, поэтому скучать точно не придется. Возьмись за исполнение роли профессионального водителя огромного грузового транспорта, который берется за выполнение очень важной и ответственной миссии. Ты будешь посещать труднодоступные территории, правильно организовывать поездки, продумывать стратегический план действия и стараться доставить груз до места назначения. Главная опасность – это бездорожье, по которому тебе предстоит передвигаться в условиях переменчивой погоды, смены дня и ночи и столкновения с другими преградами на пути следования. События отправят тебя на просторы довольно большого мира, где как раз бушует зимний период, что усложнит задачу нашего водителя в несколько раз. Из особенностей игры стоит отметить отличную визуальную составляющую, которая максимально реалистична и позволит тебе с головой окунуться в эту захватывающую атмосферу. World Rally Championship – новая часть динамичного и увлекательного игрового проекта, который является ярким представителем жанра гоночный симулятор. На этот раз ты вновь погружаешься в бесконечные соревнования, интересные события и битву за первые места. Главная задача – найти любой способ вырваться на вершины карьерной лестницы, став профессионалом своего дела и оставив позади всех, кто посмеет встать на твоем пути. Соперников масса, и обойти их будет не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. От тебя потребуется проявление смекалки, быстродействия и стратегического навыков, которые в совокупности сумеют помочь пройти сложные миссии. Автомобили игра предоставляет большое количество на выбор, и каждый ты сумеешь испытать, проходя те или иные состязания. Возможностей масса, и одно из них является создание собственного чемпионата, куда ты сумеешь пригласить своих друзей и отлично проводить свободное время. Что касается визуального исполнения, то оно проработано на отлично, а общая атмосфера дополнена звуковым рядом. Next Car Game Wreckfest – крутой симулятор гоночных автомобилей, где ты возьмешься за их управление и отправишься в нереальные гонки по всевозможным локациям. Графика в игре максимально была приближена к реальности. Все транспортные средства будут преподноситься как реально существующие. Акцент был сделан именно на представителей развалюх американского и японского производства. Все, что будет находиться в мире вокруг тебя, подвергнется полному разрушению, вплоть до деревьев и камней, что сделает процесс намного реалистичнее, и ты сможешь окунуться с головой в крутую атмосферу. Соревнуйся в гонках и старайся всегда устранять соперников, чтобы в итоге занять лидирующую позицию в рейтинговой таблице. На пути ты будешь встречать массу препятствий в виде резких поворотов и преград, которые даже могут привести к неминуемой аварии, поэтому будь внимателен.
Гравел – простая в исполнении и очень динамичная игра, которая отнесла себя к жанру гонок, где тебе предстоит одолеть препятствия на бездорожье. Здесь ты будешь принимать свое участие в многочисленных чемпионатах, где и придется вкладывать все силы для победы. Данный проект точно сможет похвастаться разнообразием машин всевозможных классов и моделей. На каждой из представленных тебе тачек ты сможешь прокатиться, завоевывая призовые места одно за другим. Проект был представлен в стиле гонок на внедорожниках, где ты будешь покорять тысячи и тысячи километров препятствий и ловушек, доказывая свой профессионализм и становясь известным на весь мир. Ты можешь побывать на бесконечных песках Австралии, а также отправиться на разведку красочных островов Аляски. Более того, тебе точно придется по вкусу поколесить по самым популярным трассам в мире, которые находятся в португальском Монталегре. Данная игра отличается максимально продуманной и реалистичной графикой, что позволит тебе почувствовать себя самым настоящим гонщиком, который пробьет тебе дорогу к вершинам карьерной лестницы. Имеется также динамичная смена дня и ночи, а также твоими препятствиями смогут стать погодные условия. Управление будет понятно любому пользователю. А также тебя смогут покорить красочные локации, которыми ты сможешь насладиться по пути следования. Monster Jam Steel Titans 2 – динамичная гоночная аркада, которая вновь отправляет нас в мир скорости, где мы сумеем покорить бездорожье на грузовиках монстров. Стоит отметить наличие сразу двух режимов – одиночного и многопользовательского, где в первом ты сумеешь отточить свои навыки, а во втором вступить в соревнования с друзьями и игроками по всему миру. Что касается изменений, то во второй части их довольно много, включая новые режимы, богатый выбор транспортных средств и совершенно уникальные дороги. Физика движения также поддалась модификации и стала еще более реалистичной, что не может не радовать любителей жанра и игры в целом. В коллекции имеется около 4 десятков мощных, огромных и уникальных монстр-траков, на каждом из которых ты сумеешь прокатиться, собирая как можно больше количества наград. Из новых режимов стоит отметить режим исследования, который позволит вдоль и поперек изучить 5 совершенно не похожих друг на друга миров, раскрывая новые места и наслаждаясь окружением. Если же тебе захочется покорить гоночный мир, то добро пожаловать в режим карьеры, который включает в себя 12 локаций в виде стадионов, на каждом из которых ты сумеешь заработать новые титулы. MXGP Pro – новый представитель симуляторов, где тебе предстоит попасть в динамичный и быстро развивающийся мир мотокросса, взявшись за управление скоростным тайком и отправившись на сражение с коварными противниками. Здесь тебя ждет более 30 уникальных в своем исполнении испытаний, а также у тебя будет возможность отточить свои навыки в режиме тренировки. Имеется режим составных испытаний, где ты сразишься с профессионалами своего дела и постараешься любой ценой пробить себе путь к успеху. Игра наделена отличной графикой и звуковым сопровождением, что только добавляет и реалистичности. Все испытания будут проходить на различных трассах, а также за их пределами, что значительно усложнит твою задачу. Будь внимательным и сосредоточенным, чтобы ни один враг не мог победить тебя и перегнать. В арсенале имеется масса представителей мотомира, каждый из которых имеет способность развивать максимальную скорость. Ты сможешь обучиться множеству трюков, которые позволят тебе заработать дополнительные очки. На трассе тебя ждет различное покрытие, неожиданные и крутые повороты, а также соперники, которые готовы сделать все, чтобы ты не добрался к финишной линии. По ходу действия можно улучшать функции своего байка, делая его более усовершенствованным и тем самым непобедимым. Аризона Дерби – динамичное, заполненное адреналином приключение, в котором ты станешь профессиональным гонщиком и примешь участие в безумных сопротивлениях. Соревнования будут достаточно сложными, но в награду ты сможешь получить самое желаемое – славу и большие деньги. Ты отправишься на территорию Аризоны, где собираются самые заядлые гонщики, одолеть которых еще нужно постараться. Это место скрывает в себе массу сюрпризов, которые в большинстве случаев будут далеко не из приятных. Именно поэтому скучать здесь точно не придется, так как порой ты будешь попадать на непроходимые безумные трассы. Преимуществом данного сопротивления с оппонентами заключается в том, что на выбор тебе дается ряд самых крутых в мире гоночных автомобилей, которые могут развивать невероятную скорость. Более того, у каждого игрока имеется отличная возможность по совершенствованию своего транспорта, который ты сумеешь сделать совершенно уникальным, а значит и запоминающимся. Чем дальше ты будешь проходить по карьерной лестнице, тем больше будешь открывать для себя возможностей, а значит и задача станет намного труднее. Forza Horizon 5 – гоночное аркадное приключение, которое вновь готово порадовать нас уже пятой частью серии с массой нововведений и интересных событий. Первым делом стоит отметить точно проработанную графику, которая позволит нам с головой окунуться в красочный, реалистичный мир и в полной мере почувствовать себя на месте главного героя. Порадует также и наличие огромного выбора автомобилей, каждый из которых поддается модификации, и из каждого ты сумеешь сделать что-то совершенно уникальное. Принимая участие во всевозможных гоночных состязаниях, проявляя смекалку и хитрость,
скорость на трассе, а также сделать все, чтобы оппонент остался позади. По мере продвижения к успеху удели особое внимание развитию собственных навыков и профессиональных способностей, что позволит преодолеть более сложные испытания и победить более коварного противника. Возможностей для достижения поставленной цели игра предоставляет массу, главное суметь ими правильно воспользоваться, и тогда тебя точно ожидает слава на весь мир. Это был мой топ гонок по бездорожью, которым я поделился со всеми вами. Обязательно поделитесь ним со своими друзьями в любой соцсети. И не забывайте писать свое мнение в комментариях. Даже если это будет случайный набор букв. Будет интересно почитать. На этом все. Спасибо за просмотр и всего хорошего.